В эти дни проверяют свои знания и сноровку не только школьники. Любители лыж вышли на старт, чтобы определить сильнейшего на чемпионате и первенстве округа по лыжным гонкам. Это более 50 спортсменов из Нарьян-Мара, искателей Тельвиски и Красного. Алена Валей побывала на гоночной трассе и пообщалась с победителями состязаний. 4, 3, 2, 1. Самая большая дистанция на соревнованиях была у мужчин – 15 километров коньковым ходом. Женщины бежали 10. По словам постоянной участницы состязаний Ирины Матвеевой, расстояние небольшое. Но все же этот забег нашим лыжникам дался непросто. Готовились в меру возможностей и в меру сил, потому что стояли морозы сильные. И мы катались, конечно, как могли, но не коньком, а больше классикой, потому что в такие погодные условия конек вообще не катил. Вот. И до замерзания пока могли терпеть, так катались. И поэтому я думаю, что все немножко не готовы. Как показали результаты, тренировки в экстремальных погодных условиях не прошли даром. В своей группе Ирина немного не дотянула до пьедестала почета. 10 километров она прошла за 33 минуты. В итоге 4-е место. Капризы погоды не только мешали в подготовке. В день состязаний столбик термометра поднялся до отметки в 0 градусов, а трассу покрыло свежим снегом. Дистанция, ну, так себе, не очень большая, но сегодня будет тяжело бежать, так как снег пошел, и тепло, и... Не подгадаешь, какую же сделать. Несмотря ни на что, Татьяне удалось первой пересечь финишную черту. На своей дистанции в 5 километров она показала лучшее время – 14 минут 52 секунды. Всего в этот день на лыжероллерную трассу вышло более 50 человек. За победу они боролись в 4 возрастных группах. Больше всего участников было в категории от 18 лет и старше – 21 человек. За звание сильнейших боролись и школьники. Самой младшей группой стали спортсмены 12-13 лет. Юноши бежали 5 километров, а девушки – 3. У нас всего 3 девочки бегали. А все, тяжело было соперницей? Нет. Я их, одна моего года, ну, другая поменьше меня. Ну, поменьше, которая, она не очень быстро-то пробежала. А вот та более-менее рядом с ней пробежала. Хоть на 30 секунд позже поехала. Вторые состязания окружных лыжников завершились. Все 8 комплектов медалей разыграны. А сразу же после состязаний спортсмены начали готовиться к новым стартам. И как показали окружные чемпионаты первенства, нашим лыжникам в стремлении к новым наградам все нипочем. Алена Валей, Вадим Носкин, телеканал «Север».